И инстинкты, они не исчезли совсем. Они до сих пор управляют нашим поведением. Очень жаль, что мы не изучили, ну, не изучаем инстинкты достаточно хорошо, потому что тогда бы у нас часть вопросов была снята. Тогда бы мы понимали, что естественно, то есть от природы, да? А что культурно, то есть создано человеком и уже должно формироваться во время воспитания, да? Ну, как бы на основе человеческого в человеке, а не животного.